Я сегодня добрый, сам не знаю почему. А ты же ты всегда добрый, всегда добрый. Когда выпьешь, всегда добрый. Да, верно. Когда я пьян, мне все нравится. Все нравится. Хорошо. Хорошо чувствовать себя человеком. Что такое человек? Человек – это же… Это не я, не ты, не они, нет. Человек – это я, ты, они, старик, Наполеон, Магомед, Батмом. Знаешь ты, Батмом – это же… Это огромно. В этом же все начало, все концы. Все в человеке. Все для человека. Ведь в мудрости существует только человек. А все остальное – это же дело его рук, его мозга, его творения. Человек! Это же великолепно! Это звучит гордо. Человек. Надо уважать человека, уважать. Не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо человека. Морожка, давай. Выпьем с тобой за человека. Наливай. За человека? Хорошо чувствовать себя человек, хорошо. Он я арестант, я убийца. Когда я иду по улице, прохожие смотрят на меня, как на жулика, сторонятся, шарахаются, оглядываются. Иногда даже говорят мне: мерзавец, шарлатан, работать. Для чего работать? Ты вот сделай так, чтобы работа мне была приятной. Тогда я, может быть, буду работать. Может быть. Когда труд удовольствие, да, жизнь хороша. Когда труд обязанность, то жизнь рабство. Работать. Для чего? Для того, чтобы быть сытым. Всегда презирал людей, которые целиком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, барон. Человек выше сытости. Yeah.